Всем привет, мои дорогие дорогушенькие друзья! С вами снова ваш любимый Ваган. И я вам покажу мой тайный проект, да. Мой тайный проект, который я от вас скрывал и не снимал по этому видео. Это первое видео, если вы наберете, 5 лайков, вы же можете. У меня уже 7 подписчиков. Что это такое? Что? Лайки не ставятся. Если не поставишь лайк, то узнаешь, что будет. Ладно, скажу. Толстолой сосед из Hello Neighbor придет из тебя так вот вжих-вжих, и ты останешься без головы. Так, ладно, начинаем. Вам приятного просмотра. Эта история начинается с города Альфа-1. Ох, я наконец-то приехал в свой любимый дом. Ладно, если я потом загружу, с соседом тоже познакомлюсь. А сейчас главное мой дом. Я еще и устал. Электричество работает? Да, работает. Ладно, посплю и все. Что? Уже ночь? Ладно. Как бы прикол. Ладно. Ночью соседу не заходим, но нужно проверить, добрый или злой. Включим электричество, то слишком темно. О, очень ярко. Так, идем. Другого выбора у нас нету. Из окна посмотрим. Так. Помогите, пожалуйста. Цыц. Помогите. Там кто-то кричит, помогите. Помогите, пожалуйста. О боже, завтра нужно все это выяснить. Ладно, пока пойду. И отвлекусь от всего этого. Сосед вообще не добрый. Уже мы поняли. Свет отключен, нужно же спать. Поспим. Так. Нужно идти к соседу. Скорее. Увидеть соседа. Он очень злой. Так. Вот американские корги. Ох, какой богатенький. И безумный. Кто закрывает людей. У него вот тоже машет спину. Так. Тихо, поставил ее. Ой, второй этаж. Ладно, обозреваем. Первый этаж, потом второй. Ку-ку. Ладно. Так. О, там лом есть. Речь нормально. Они слышат. Наверное, там спит в кухне. Ладно, это колокольчик. Ну-ка, дай-ка мне колокольчик. Так, где он? У меня очень много вещей. Ой, ладно. Сейчас вот колокольчик.
Да ну ты ставь звоночек. Может сюда? Там подходит. Теперь тихо. Капывать. Серьезно, я не хочу. Ну, наверное, надо. Так. Это кровь. Есть материалы. Ладно, возьму. Это манекен. Ну-ка, где материалы? Так. Один материал. Вот второй материал. Ну, надо все обозревать. Ну, как бы, это же дом соседа. Очень плохого. Слышал, что этот сосед убивает всех. А вообще рядом нет домов. Наверное, не хотели, чтобы другие соседи их убили. Да. Здесь только мой дом и дом соседа. Да. Вот еще здесь лестница. Она завалена специально. Ладно, что здесь? Это класс. Вот здесь поставить училку. Это манекен, это на его голову. Да, похоже. Ну ладно. Слушай, пойдем ко вторую комнату. А, здесь нужно выбрать ключ. Мне не нужно. Это совсем близко. Оп-оп-оп. Появился ключ. Да, появился. Ну, хорошо. Куда ставить? А? Что? А, может, сюда? Да. Философ. Прям. А здесь уже нужно. Какая-то штучка. Чтобы все это сломать. О, здесь еще есть. Так, может, найдем какую-то вещь? Я могу найти. Сейчас найду-ка. А, нашел. Все. Надо отпускаться. Лишь бы соседа там не было. Так. Ну, продвигаемся вот так вот. Ой, закрылось. Почему это? Ну, ладно, сосед какой-то безумный сегодня. Ой, все двери массивные. Да, они такие перегрузки не выдерживают. Ну ладно, уху, веселуха. Да, нужно быть тихим и спокойным. Спокойным, тихим и спокойным. Ну ладно, да ладно. Так, оп. Так. Тихим. Нет, он не здесь. Уже почти дверь открыта. Нужно только один предмет. Где он находится? Нужна буровая машина. Сейчас найду. Что это? Спит. Стой, спит. Ладно. Там буровая машина. Сейчас достану. Ну-ка. Давай. Доставайся. Давай. Доставайся. Я знаю. Ты там. Так, буровая машина у меня, но... Пошли, пошли там бурить. Точно должен быть этот ключ, последний, завершающий ключ. Последний, завершающий ключ. Так. Давай, пролетай. Всего мы пошли, мы прошли. Так, нужно же все это. Кирпичная ограда мне. Кажется, что нужно здесь все убрать отсюда вон. Здесь унитаз.
Ну что? Вы думаете, я сломал дверь? Ладно, все равно не заметит. Здесь унитаз. А сзади? Сейчас найду-ка. А сзади? Там что-то есть. Я нашел это средство. Так, это ключ-карта. Ставим-ка ее. И должно открыться. А ну-ка, давай. Открывайся. Это ключ. Давай, давай, давай. Что это там за свет? Ах, ты прорвался. Получишь-то сейчас. Нет. Ай, ай, ай. Что? Нет. Да. Нет, нет, нет. Не закапывай, не закапывай, пожалуйста. Нет. Да. Ты заслужал, ты очень много знал. Нет, нет, нет. Пожалуйста, нет. Нет, открой, открой, пожалуйста, открой. Пожалуйста. А, у меня воздуха не хватает. Не хватает у меня воздуха. У меня воздуха не хватает. Прощай, мой жестокий мир.